На Плотинке, кстати, вовсю кипит работа. Она станет главной площадкой Дня города. В сквере собирают сцену, а в Исете устанавливают фонтан. Уральская столица готовится отметить 17 августа свой юбилей. Впрочем, празднование начнется уже в конце этой недели с конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Я называю этот конкурс талисманом Дня города. И всегда по нему замеряю температуру. Вот как конкурс «Мисс Екатеринбург» пройдет, так пройдет и весь день города. В финал попали 24 горожанки. Девушки готовились к конкурсу полтора месяца. Учились правильно ходить, говорить, танцевать. По словам жюри, первая красавица города должна не только обладать приятной внешностью, но и уметь преподать себя. Ведь она будет представлять Екатеринбург на российском и международном уровне. Имя новой королевы красоты станет известно в пятницу в финальном шоу, которое пройдет в Центре культуры «Урал». Вести его нынче будут певец Дмитрий Колдун и мисс Екатеринбург 2006 актриса Дарья Дементьева. Финал конкурса, а также его закулисье мы покажем в прямом эфире. В 19:30 на 41-м домашнем начнется эксклюзивная трансляция шоу. Кстати, в новом телевизионном качестве.